Всем привет, с вами «Финансовый бутик», Александр Аникиенко, Дмитрий Куликов и наш партнер по недвижимости в Дубае Олег Концов. Сегодня будем, да, обсуждать классную тему, это инвестирование в недвижимость в Дубае, возможные схемы инвестирования в Дубае. И мы сейчас за недолгое видео разложим вообще все варианты, плюсы, возможности, в общем, максимум информации, которую вы просто не найдете в интернете. Давайте приступим. Привет! Это Finance Boutique. Наш канал про инвестиционные возможности, ведение бизнеса и покупки за рубежом. Вас ждет контент только премиум-класса. Олег, подскажи, на какой стадии находится сейчас ваш проект, который вы продаете? Какая минимальная стоимость квартир, размеры ее, к чему вы двигаетесь и... Хорошо. Значит, наш проект находится на стадии 10%. Сейчас уже, в принципе, заложены фундаменты на первую и на вторую фазу. Проект разделен на 4 фазы. У нас в проекте есть студии однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. И размеры, в принципе, студии начинаются от 30 метров, однокомнатные начинаются от 48 метров, двухкомнатные начинаются от 80 метров. И трехкомнатные от 110 метров начинаются. А ипотеку можно взять? Ипотеку можно взять у вас? Да, конечно, можно взять ипотеку на 50% от стоимости квартиры. Получается, в компании Waziz Developments есть очень удобный ипотечный план выплаты. Как он работает? Он разделен на 50 на 50. Первые 50% клиент выплачивает в течение первого года выплатами каждые 4 месяца, а вторые 50% он может заплатить либо кэшем, либо взять ипотечный кредит до 25 лет. А процентная ставка? Процентная ставка варьируется от 3,1% до 3,5%. Сейчас идет застройка на уровне фундамента, да. Я правильно понимаю. И дом, допустим, будет сдан через полтора года. Да. Квартиру, если для бизнеса использовать, мы можем сдавать только через полтора года. Вот ипотечную выплату можно начинать делать именно через полтора года, то есть первую выплату, или нужно через 4 месяца? Ипотечные кредиты у нас выдаются в компании от... После того момента, как клиент заплатил 50% от стоимости квартиры, он может получить ипотечный кредит на остальные 50%. И этот кредит будет получен только по завершении строительства, когда здание будет сдано в эксплуатацию. До этого, в принципе, его никто не обязывает выплачивать. И, в принципе, он не может взять кредит, ипотечный кредит, если здание не сдано в эксплуатацию. А перепродать он ее может? Перепродать может, в принципе, в любой момент. Первые 50% стоимости квартиры он должен выплатить платежами, четырьмя платежами. То есть это будет 20%, 10, 10, 10. И это в течение одного года. В принципе, он может перепродать свою квартиру сразу после первых 20%. Есть госпошлина, которая 4% плюс 5000 дирхам. Эта госпошлина платится на любую недвижимость в Дубае, на стадии строительства, либо на готовую недвижимость. Когда он заплатил первый взнос 20% и госпошлину, он может квартиру перепродать. Олег, вот интересно, кто платит налог на недвижимость? Я читал, что обычно это делает агентство и клиент пополам. Это вообще реальная схема? Такое может быть? Получается, в законе прописано следующим образом. 4% платятся пополам клиентам, продавцом и покупателям, если не оговорено иначе. То есть из практики, которая присутствует на сегодняшний день в Дубае, эти 4% всегда платит покупатель. Понял. И вот к прошлому, да, там вопросу возвращаясь, это есть ли случаи, когда не сдана в эксплуатацию постройка в Дубае? Вообще такое бывало, что недострой какой-то есть? Такое бывало до 2009 года. То есть когда бахнул кризис, 7, 8, 9 года. В 2009 году появился новый закон в Дубае, который, в принципе, гарантирует сохранность инвестиций любого инвестора. В принципе, о чем закон?
Теперь каждый застройщик, когда начинает какое-то строительство, он обязан открыть счет, который будет государственно контролируемый. Что это означает? Когда клиент вносит какую-то сумму за свою недвижимость, платит застройщику, он оплачивает не на его личный счет, а на счет, который контролирует государство. Эскроу-агент государства. Да, эскроу-аккаунт это называется, правильно, да. Это означает, что государство будет выдавать из этого счета обратно застройщику по 10%. 10% застройщик строит 10% здания, вот тебе еще 10%, еще 10%. Вот таким вот образом, в принципе, в Дубае, из-за этого в Дубае нету замороженных проектов, потому что все контролирует государство. Если рассматривать апартаменты как инвестиционную недвижимость, какую доходность она даст в течение года? Да, давайте рассмотрим на примере апартаментов, которые мы вот сейчас показали нашим зрителям. Можно рассматривать два аспекта заработка, когда ты вкладываешь в недвижимость в Дубае. Как оно работает? Есть люди, которые вкладывают на стадии строительства и перепродают эту недвижимость еще до того, как она, еще до того, как закончено строительство. Почему? Потому что если взять, в пример, просто клочок земли, на котором ничего нету, запускаются продажи. Люди продают по определенной стоимости, как только на нем начинает что-то строиться, этот клочок земли сразу же начинает дорожать. Люди ждут, пока здание построится 30, 40, 50%, до 90% иногда, прямо перед тем, как им нужно заплатить вторые 50%, прямо перед этим продают и зарабатывают 10-15%. То есть полтора года 10-15%. Это первый вариант. Второй вариант – это когда здание готово, сдают его в аренду, и тут уже, в принципе, есть тоже три варианта, как можно сдавать в аренду. Можно годично, сразу одним платежом вперед на год, и тогда в год можно примерно 7% зарабатывать. А если четырьмя платежами, можно зарабатывать до 9%. Если сдавать помесячно, что в Дубае большая редкость, и люди ищут, в принципе, возможности снимать помесячно, но это очень редко здесь в Дубае. Если кто-то соглашается делать помесячную аренду, то вообще можно до 12 зарабатывать. Если комбинировать месячную и недельную аренду, до 15%. Давайте возьмем тогда в пример самую обыкновенную студию, которая у нас стоит примерно 500 тысяч дирхам. Это 135-140 тысяч долларов. Значит, студия примерно 30 квадратных метров. В аренду, если сдавать студию помесячно, она будет стоить где-то 5-6 тысяч дирхам. То есть, грубо говоря, если сдавать ее помесячно, то эта студия сразу же будет приносить 10-11%. Mm-hmm. Если сдавать ее годично, она будет приносить примерно 45 тысяч дирхам в год. То есть это будет немножко меньше 9%. Mm-hmm. Вот так вот. Понятно. А если рассматривать посуточно? Посуточно, это, наверное, посуточно, либо понедельно, то оно будет доходить до 15% в год. Олег, подскажи, в какой момент платится налог на недвижимость? В России это обычно в конце года, купил квартиру, через год тебе приходит налог. Как происходит это в Дубае? А в Дубае, значит, это его, и, наверное, в Дубае любят называть это госпошлиной. Здесь как бы налога особо нету, его называют госпошлиной. Это 4% платится сразу при покупке недвижимости. То есть с первоначальным взносом за квартиру платится сразу 4% плюс 5 тысяч дирхам. А иначе квартира не будет зарегистрирована на ваше имя. То есть вы не получите титульного листа. А вот земля, на которой стоит недвижимость, она будет принадлежать, допустим, при покупке виллы? Есть две категории земли в Дубае. Та, которая близко к пляжу, там как бы там невозможно покупать землю. Там могут покупать люди только, которые родились и выросли на Ближнем Востоке, и их поколение за прошлые 50 лет. И вся остальная часть Дубая, которая, скажем, по другую сторону от главной дороги, главная дорога Шейх Заид Роуд, там может покупать любой человек, и он будет владеть и недвижимостью, и самой землей, на которой стоит недвижимость. От чего зависит стоимость квартиры в Дубае?
месторасположение, кто владеет, кто управляет? Наверное, как бы, когда покупаешь недвижимость, это такое международное правило по покупке недвижимости. Это location, location, location. Это местоположение, конечно же. Допустим, взять пример, наш проект Азизи Ривьера находится в 5-6 минутах езды от Дубай Молла, от Бурдж Халифы. Находится в 250 метрах от Мейдан Молла, где будет самая большая горка, самое высокое здание, самые большие фонтаны, самый большой в мире спортзал. Ну и, конечно же, очень важно, кто строит. У людей, в принципе, у людей можно поспрашивать, что ты думаешь об этом застройщике, что ты думаешь об этом застройщике. Ну и молва, конечно, ходит, какое качество застройщик обычно предлагает. Поэтому, в принципе, наверное, от качества, от сроков и от того, кто строит. Олег, еще раз подскажи, можно ли не платить взносы по ипотеке, пока строится дом? Ну, наверное, правильно будет ответить. В принципе, пока строится дом, взносы по ипотеке платить не нужно, потому что ипотека берется только тогда, когда дом готов. Но, в принципе, можно не платить взносы по ипотеке, когда дом уже построен. И как это работает? В принципе, почему очень много инвесторов стремится в Дубай? Потому что здесь есть такой аспект. Аренда очень высокая и очень низкий банковский процент по заемам. Это, в принципе, позволяет каждому инвестору, скажем, добиться. Мы ее среди брокеров, среди риэлторов, мы называем это такая система автопилот, когда твой квартирант начинает выплачивать твою квартиру. Как оно, в принципе, происходит? Беря, в пример, какую-то студию, вот студия 500 тысяч дирхам. Клиент заплатил за нее 250 тысяч, ему осталось взять в ипотеку остальные 250 тысяч. Клиент берет на эти 250 тысяч ипотечный кредит. Давайте возьмем примерно 10 лет, на 10 лет. Денег, которые будет выплачивать ему квартирант за эту квартиру ежемесячно, будет ровно в 2 раза больше, чем его ипотечная ежемесячная выплата. То есть на протяжении следующих 10 лет клиент сможет половину из тех денег, которые выплачивает ему квартирант, ложить в банк за погашение ипотеки, и остальные 50% оставлять у себя в кармане. Это, в принципе, та система, по которой Роберт Киосаки сколотил свое состояние, много книжек написал о пассивном доходе, когда твоя недвижимость работает на тебя, и в то же время твой квартирант выплачивает ее тебе. Спасибо, Олег, за такую подробную информацию. За что? За что? Сюжета мы узнали, что рынок недвижимости очень актуален, и ставки по доходности могут быть высоки. На самом деле сейчас мы говорили о приобретении недвижимости на стадии котлована, скажем так, вот на стадии застройки, но есть варианты покупки недвижимости на аукционе, ну то есть покупки вторички, что в целом является тоже отличным вариантом. Допустим, у моря приобрести недвижимость у моря на береговой линии, а не на построенных островах, уже невозможно. Невозможно сделать это, ну, то есть нет первички, да, только вторичка. Поэтому смотрите сами, да, надо выстраивать правильную стратегию, делать правильный, ну, покупать правильный портфель недвижимости, чтобы получать максимально высокую доходность. Мы формируем портфели по недвижимости, делаем среднюю доходность 13%, совмещая долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные арендные ставки. Чтобы вы понимали, да, про недвижимость Дубая, то KPMG оценила Дубай как страну, которая там в тройке лидеров по адаптации к изменениям и по адаптации к каким-то кризисным ситуациям. То есть довольно стабильно все. А Wealth Management Report вносит ее в десятку самых быстрорастущих, да, ну, по количеству самых, по увеличению миллиардеров, да, грубо говоря, по количеству миллиардеров в стране. Дирхам – это стабильная валюта. За последние 30 лет она коррелировалась по отношению к доллару. С вами был финансовый бутик Александр Аникиенко. И Куликов Дмитрий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам, если какие-то есть вопросы, с радостью ответим. Но по существу. Счастливо.